Доброе время суток, друзья! Вы на канале Hard Reset Info, а перед нами Samsung Galaxy M31s. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве установить какую-то свою мелодию на рингтон. Для этого, зайдя в настройки, выбираем пункт «Звуки и вибрация». В пункте «Звуки и вибрация» у нас есть мелодия звонка. Здесь нажимаем справа сверху на плюсик, ставим галочку возле нужной нам песни и ставим «Готово». Дальше возвращаемся и видим, что мелодия была установлена. Для того, чтобы песни у вас появились тут, где мы нажимаем на плюсик, сперва заранее нужно скачать их на телефон. Больше видео об этом устройстве ищите у нас на канале. Подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. До свидания!